Всем привет, с вами Зевбро, и сегодня мы устроим битву между снеговиками и скелетами в Minecraft Pocket Edition 0.13.0. Так, как видите, у меня построена специальная арена для этих мобов. Здесь стоят у меня два скелета в золотой броне. Здесь у меня 34 снеговика. Я их специально считал. Так, давайте сломаем ограждение. И они начнут драться, как видите. Они начинают друг друга пулять. Вот. И, кстати, хотел сказать, скелеты, когда... Ой, ну, скелеты. Снеговики, когда видят цель, у них загорается рот. Вот, как видите, загорелся. Так, у меня почему-то маленько тупит, когда я кидаю зелье. Так, и да, кстати, у снеговиков зелье прибавление силы. Ну, скорее всего, победят снеговики. Это так случается... Ой, ну, я, блин, опять путаю. Победят, наверное, 100% скелеты, потому что они всегда побеждают. Снеговики даже, ну, не снимают урон пол хп. Я не знаю, сколько они вообще... Их снежок снимает хп. Так, вот они, как видите, кучи пошли. Но они, ну, туповаты, как и на ПК. Они бьют цель, но попадают и свои, вот как видите. Так, у скелета куда-то делось золотой шлем. Так, это очень странно. Куда он его сидел? Ха, я не знал. Возможно, когда снеговики их бьют, у них теряется бронь. Но это прикольно выглядит тогда. Так. Ну, как видите, снеговиков становится меньше. Меньше, меньше. Так, скелет уже потерял и штаны, и ботинки золотые. У него еще, как видите, вот теперь он вообще весь голый. Ну, у него была наполовину зачарованная броня. Да, вот как видите. Что ж, так, там, походу, я вижу, когда я кидал зелье, я там маленько сломал блоки. Ну, сейчас они оттуда уйдут. Это, как видите, тоже потерял шлем свой. Да, это не баги, это так и должно быть. Так, ну, все так, я поставил. Давайте подкинем еще. Возможно, не все получили силу. Хоть им давай силу, хоть не давай, но они все равно слабые. Но я дал им силу первого уровня, так как второй уровень только на... Ну, до 30 секунд толку нет. Битва мобов пройдет больше, наверное, минут 6. Так, где-то. Так, этот скелет что-то остался один. Они пытаются добить того. Вот стрелы, как видите, скелет маленько косил. Конечно, он не успевает стрелять, пока не его убьют. Вот, стрелы летят. Так, второй пошел помогать другу. Так, как видите, ну, снеговики умирают прямо у нас на глазах. Что можно еще сказать? Ну, получается, я как, ну, репортер, что ли. Так, вот он подошел прям близко. И бьет его, а скелет, походу, целится другого. Ну вот, как вы можете заметить, они попадают не только в скелеты, но и в своего друга, снеговика. Скелет зачем-то подошел к ним прям вплотную. Ну, все, тут осталось три всего лишь снеговика. Сейчас осталось два. Остался один, и все. Он проиграл, конечно. Что я могу еще сказать? Ну, как видите, он продержался одну стрелу, продержал. Но сейчас он, наверное, умрет. Ну, да, все. Как видите, победили скелеты, хотя у них была броня. Конечно, у них с броней, наверное, было много хп. Да, у них еще осталось очень много хп. Возможно, было делать скелетов без брони, так было неинтересно. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.